Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Ежедневно в эфире Первого городского телеканала все главные новости Самары. Сегодня в программе мой гость расскажет о самых интересных событиях, происходивших в нашем городе за последний век. Актуальные события и судьбоносные решения. В нашей студии глава городского округа Самара Елена Лапушкина. Эксклюзивные интервью и комментарии экспертов, прямые включения и трансляции самых ярких моментов из жизни большого города. Телеканал «Самара ГИС». 15 лет в эфире. Я от всего сердца поздравляю всех сотрудников телеканала ГИС с 15-летием. Наблюдаю, что с каждым годом канал меняется, и причем меняется в лучшую сторону. Это заметно не только мне, это заметно абсолютно всем жителям города Самары. Вы передаете не просто актуальные новости, вы создаете площадки для общения. Я совершенно точно знаю, что жители обращаются к вам не только в рамках проведения прямых линий. Жители обращаются к вам напрямую с своими проблемами, в соцсети, которые вы ведете, с благодарностью, с предложением. А это значит, что жители вам доверяют. Это самое главное. И, конечно, я хочу пожелать вам и в дальнейшем развития. Я хочу, чтобы новости были только позитивные, чтобы жители вам продолжали доверять. В прямом эфире на все вопросы зрителей отвечают врачи, психологи и психотерапевты. У биологических причин всегда есть человеческая, культурная, если хотите, да, надстройка. Сотрудники администрации отчитываются о проделанной работе в городе С. Мы один из первых городов, у которого появилась эта стратегия. А зоозащитники помогают безнадзорным животным в программе «Хочу домой». Мы рассказываем о собаках и кошках. И замечу о других животных, которые не имеют своего дома. Проект «Обернитесь» рассказывает о людях, потерявших почти все, но научившихся жить с чистого листа. Одним из триумфаторов этого жаркого лета стал пляжный клуб по регби «Самара». Мы говорим об успехах наших спортсменов, ярких культурных событиях. Вместе читаем книги и вспоминаем историю. И, наконец, показалась прекрасная Самара. Громадный город. Говорим о важном и сокровенном. Как сотворить этот внутренний мир для того, чтобы этот внутренний мир транслировать во внешний. Разъясняем зрителям их права и новые законы. А наш шопинг-гид не первый год служит проводником в мир скидок популярных маркетплейсов. Специально к 15-летию ГИСа мы запустили проект «За кадром», где сотрудники телеканала рассказывают интересные факты о себе, о своей работе и жизни телекомпании. В юбилейный год мы раскроем подробности, о которых телевизионщики обычно умалчивают. Ты должна выбрать такую профессию, чтобы могла обеспечить и двух детей. 15 лет в деятельности молодого творческого коллектива – это дорогого стоит. Все эти годы мы вместе. Я очень рад, что ваше 15-летие сегодня справляется в собственном доме. Пожелать, конечно, хочется новых творческих задумок. У вас для этого есть все. Главное – это ваш человеческий ресурс, ваш профессионализм. Сегодня «Самара ГИС» – один из самых оперативных информресурсов в регионе. Мы одними из первых информируем жителей о том, что происходит в областной столице. Дорогой ГИС, без вас нету информационного поля Самары и Самарской области. Вы состоялись. 15 лет – это серьезный юбилей. Мы видим вашу зрительскую аудиторию, мы видим вашу взвешенную, очень четкую и, самое главное, прагматически полезную для города, для Самарской области позицию. И я думаю, что вам, конечно, все сегодня желают 7 футов под килем. И я не буду от этих людей отличаться. Именно 7 футов, потому что 7 – наше любимое число, а ГИС – это наш любимый телеканал. Телеканал «Самара ГИС» успешно интегрировался в интернет. Мы расширили круг вещающих нас кабельных операторов. Теперь их 17. А онлайн-трансляция эфира доступна не только на нашем сайте, но и из любой точки мира через мобильное приложение на базе iOS и Android. Телеканал первым в городе перешел на вещание в формате Full HD. Наше оборудование позволяет делать прямые включения с места событий, где бы ни находилась наша съемочная группа. От всей души хочу поздравить телеканал «Самара ГИС» с 15-летием. Я считаю этот канал ключевым для нашего города. А с приходом нового руководителя Кольцун Елены Юрьевны я вижу, как за последние несколько лет меняется не только обстановка внутри коллектива, отношение к работе у журналистов, видеооператоров, но и меняется все пространство, в котором задействован этот телеканал. Общее число наших подписчиков превышает 78 тысяч. На видеохостингах мы набираем более 300 тысяч просмотров. Наши публикации в сетях ежемесячно охватывают более
более 860 тысяч пользователей. Мы присутствуем на всех актуальных платформах – ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм, где не только оперативно выкладываем новости, но и ведем онлайн-трансляции футбольных матчей, даем астрологические прогнозы, проводим опросы на интересные темы. В этом году мы запустили новый проект – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Ежедневно мы сообщаем, о чем они пишут на своих информационных площадках. Но самое главное для нас – это наши зрители. Вы к нам приезжаете, все спрашивают, это Самара ГИС? Я говорю, да. Значит, это будет тепло, это будет материал сделан с душой, с каким-то особым отношением к действительности и к людям. И, на мой взгляд, это именно те отличительные черты телеканала – рассказывать о событиях с точки зрения человека. 15 лет мы работаем для каждого из вас. Включайся в жизнь города. Самара ГИС – твой проводник в новую реальность.